все бабы глядя. Как ты могла, зараза, променять меня на этого козла из параллельного класса? Миндали тюрьмом нало навалом на кармане. В столовую не ходит, жрет только в ресторане. Что такое общественный транспорт, он и не знает. Даже в школу его возят на тачке шофер его папашу. И ты на это повелась, а как же наша любовь? Мои дежурства у подъезда при погоде любой. Как ты могла забыть все то, что было между нами? Медляк на школьной дискотеке, поцелуи в спальне на вечеринке. В квартире у твоей подруги Маринки. Там был бы даже секс, если б не пил я столько синки. А помнишь, когда я подарил тебе свою кассету? Ты мне сказала, что круче меня музыкантов нету. И после этого ты топчешь мои чувства гнида. Решено, я ухожу посредством суицида. Назад меня не жди отца. Сегодня пятки на работе. День как раз, что нужно. За окном с самого утра хуярит дождь по лужам. Все вроде бы ништяк. Осталось только выбрать способ, что лучше бритва летать, прыжок с крыши или колеса. Попробую таблетки, что там в маме на аптечке. Блин, только нож по аспирину, ректальные свечки. План А походу отпадает. Что за ним по списку? О, полетятся. Охуенное самоубийство. Как только сочиню записку, так повисну сразу. Ну где же ты, моя муза? Подкинь первую фразу. Хрестным так и напишу. Прошу винить Наташу. На этом и закончу, точку не поставлю даже. Короче, где бы мне попрочнее найти веревку? Пойду-ка посмотрю, что там в папиной лежит на доске. Да не густо, но вот это подходит вроде бы. Не на канате ж вешаться и взял такую уродину. Что за день сегодня такой? Сплошные неудачи, не иначе кто-то сглазил. Не везет ты баста, ладно, у меня ведь в запасе есть варианты. Краски вышел на крышу, ветер в рожу за шиворот капли. Подошел поближе к бордюру и подумал, да, блядь, нет, конечно, не струсил. Ну что, ребята, просто постоял, подумал и решил, что сыновато. В натуре с крыши прыгать способ какой-то странный. Лучше спокойно дома перережу себе вены в ванной. Замерз как раз, сейчас наберу воды погорячее. Вот самый верный труд. О чем, блин, думал ты вообще? Какие-то пилюли, таблетки, веревки, табуретки. Ну да, еще бы в нос себе закапал яды из пипетки. Захожу домой и чувствую, что пахнет чем-то вкусным. С работы мама вернулась, сама убьет, сама убьет, за люстру. Что это значит?